Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, меня зовут Любовь, и мы начинаем завершающий вечер конференции «Живопись цвета осени». Сегодня перед нами выступит непревзойденный мастер Андрей Кулагин, и я уверена, многие из вас с ним уже знакомы, но те, кто еще не знаком, я уверена, что сегодня вы также не останетесь равнодушными к нашему совместному творчеству. Но прежде чем мы начнем, конечно же, нам традиционно необходимо проверить связь, поэтому прошу вас сейчас поставить в чате десяточки, если вы меня видите и слышите. Так, посмотрю в чат. Галина пишет, что у нее зависло на заставке, но, возможно, это было чуть ранее, да? Сейчас я со своей стороны вижу, что трансляция у нас началась. И ожидаю ваших десяточек, дорогие друзья. Вот, вижу десяточки. Надежда, Любовь, Ирина, Татьяна. Очень много нас уже собралось и много ваших десяточек. Благодарю, друзья. Спасибо. Но вообще, я полагаю, что за время нашей конференции вы познакомились со многими известными мастерами и чудесно провели время в их компании. Поэтому, если бы вы хотели сохранить записи всех их выступлений к себе на компьютер для повторного просмотра, или, возможно, потому что вы что-то пропустили, да, сегодня уже 18-й вечер конференции, и наверняка было сложно попасть на все наши прямые трансляции. Поэтому, если бы вы хотели посмотреть то, что пропустили, то специально для вас сейчас над чатом расположен баннер, перейдя по которому вы можете оформить заказ записи всех мастер-классов нашей конференции. Вижу, Татьяна пишет, что у нее не показывает. Обновите, так, напишу в чате, что нужно обновить страничку для того, чтобы у Татьяны начало показывать. А я пока, дорогие друзья, покажу вам, как вы можете оформить заказ всех записей конференции. Нажимайте, пожалуйста, на баннер, как я уже сказала, который расположен над чатом, и окажетесь вот на такой странице. В этот сборник входит 29 авторских мастер-классов, а это значит по меньшей мере 54 часа записи в высоком качестве. Ну и здесь должна сказать, что у нас просто целый калейдоскоп мастеров, всевозможные техники, и в рамках данной конференции мы писали и маслом, и акварелью, и пастелью, и это было и энергетическое, то есть было энергетическое рисование, и нейрографика, и, в общем, различные виды живописи. Все, чему вы можете научиться, вы можете здесь подробно с этим ознакомиться. Для того, чтобы заказать все записи, опускаемся вниз страницы и здесь видим форму заказа. Прежде всего, вам нужно ввести ваш электронный адрес. Далее указать ваш номер телефона. И после этого указать ваше имя для того, чтобы мы знали, как к вам можно обращаться. Также вы можете добавить к вашему заказу записи предыдущей конференции «Живопись. Краски лета». Возможно, вы ее также пропустили, либо хотели бы вновь пересмотреть. Ну и уже после этого на следующей странице вы сможете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты. Также здесь обращаю ваше внимание, у нас представлены видеоинструкции по оплате любым подходящим для вас способом. Поэтому, если у вас сохраняются какие-то вопросы, можете ознакомиться с видеоинструкцией. Но если даже она вам не поможет, не переживайте, с вами обязательно свяжутся наши менеджеры и помогут совершить заветную покупку. Так, вот я вижу, что наши зрители уже мне помогают, да, подсказывают Татьяне, как обновить страницу. И действительно, это можно сделать при помощи кнопки F5 или, да, попробовать зайти вновь на эту страницу, да, по ссылке, которую вы получили в письме. Надеюсь, что у Татьяны сейчас все получится. Другая Татьяна спрашивает, чем же сегодня будем писать, пастелью или маслом? Татьяна, сегодня мастер-класс будет пастелью.
Ну что ж, я вижу, что у большинства наших зрителей все-таки все в порядке, да, меня видно и слышно, поэтому перейду к представлению нашего мастера и сегодняшнего спикера Андрея Павловича Кулагина для тех, кто с ним еще не знаком. Итак, Андрей Кулагин – известный украинский художник, обладатель широкого творческого диапазона. Он пишет пейзажи и натюрморты, портреты и также лаконичной графикой занимается. И он является руководителем студии живописи уже более 15 лет. Андрей Павлович – единственный художник на постсоветском пространстве, дважды получивший награды Ватикана за вклад в развитие культуры. И на сегодняшний день картины художника украшают частные коллекции и галереи многих стран Европы и Соединенных Штатов Америки. А его портрет Иоанна Павла II находится в галерее Ватиканской библиотеки. Ну а онлайн-мастер-классы Андрея Павловича посетило уже более 34 тысяч человек, поэтому вы можете представить, какой опыт за его плечами. Ну а то, что нас сегодня ожидает, более подробно нам уже расскажет сам Андрей Павлович, поэтому я передаю ему слово. Добрый день, Любочка. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, дорогие друзья. Любочка так хорошо меня представила, что надо что-то выдать достойное. А я подготовил, или как в замысле у меня работа очень-очень скромная, очень скромная. Но на этой скромной работе я думаю, что можно научиться очень-очень многим вещам. Поэтому мы с вами должны проверить единственную вещь. Есть ли у нас на столе пастель, набор? Я не пропагандист ни России, ни тем более Кореи и Чехии. Но из всех пастелей страны, которые я перечислил, я пользуюсь питерской пастелью. Она мне больше всех нравится. И не потому, что я говорю, поддержите там Воробняка, который делает там в России, там или еще ж, ни в коем случае. Просто эта пастель для меня, для моего письма очень удобная, очень подходит мне. И поэтому, когда мне говорят, какой пастелью вы работаете, я говорю, конечно, питерской. Не подольской, не какой-то другой, именно питерской. Я ей очень много уже сделал, этой пастелью, и она мне по душе. Что еще? В пастели очень важно, или в современной, лучше сказать, пастели очень важно подбор, точный подбор тона и цвета бумаги. Вот для меня это является просто основополагающим. Потому что современная пастель – это не пастель 17-го, 18-го и 19-го веков. Когда бумаги цветной вообще не было, в основном на картоне работали. И тогда делали такую многослойную пастель, закрепляли ее, снова делали. Ну, в общем, там не имело все значение, что внутри. Ну, иногда обыгрывали, конечно, эти серости картона. Но в основном за, как бы сказать, плотно закладывали пастель, и не видно было материала, на котором работают. Сегодня все идет вперед, лучше искусство стало или хуже. Оно просто стало другим. Оно стало, ну, современное искусство вот есть такое, какое оно есть. И поэтому первое. В современном искусстве учитывается то, что мы живем в век фотографии. И все, что может сделать фотография, живопись делать не должна. Пастель – это такой очень доступный и очень быстрый вид живописи.
Ей можно делать прекраснейшие зарисовки, очень быстро схватить лаконичный атмосферный свет. А раньше делали больше, чтобы это было похоже, как бы натурально и все такое, то есть, ну, ближе к фотографии. Точно так же и в акварели, в принципе, и в масле. Мир меняется, и нам уже не нужно делать фото на холсте. Для этого есть фотография. А вот делать качественную живопись – это хорошо. И поэтому для качественной пастельной живописи очень важен вот этот вот момент бумаги цветной. А почему я об этом говорю? Высшим пилотажем мастерства сегодняшнего современного пастельной живописи является оставление нетронутых мест бумаги. Вот если вы подберете так точно бумагу, что большие пласты ее останутся нетронутыми, а вы сделаете всю работу, она будет восприниматься прекрасно, это и будет говорить о том, что вы большой мастер, и, в общем, ну, ваша работа чего-то достойна. Я не знаю, может быть, кто-то видел, не видел мои работы в пастели. Я бы хотел в пример привести, кстати, одну из них. А по ней сделан мастер-класс. Мне кажется, он есть в свободном доступе в Ютубе. И называется это, по-моему, «Дача Чехова в Крыму». И когда вы ее откроете, этот фильм откроете, вы увидите, как обыграна бумага. Там взята такая достаточно яркая голубая бумага, и небо, и вода сделана по ней. В небо я не притронулся вообще пастелью. Конечно, воду пришлось делать, потому что там надо было сделать не просто дачу Чехова, скалы, но и вид сверху, и камни, которые покрыты водой, и через воду видно их, это тоже надо было сделать. Все сделано, ну, так, чтобы чувствуете эту воду, видите. Вы видите камни, которые есть, вы видите полоски на скале, где она стала грязной, и по ней уже как бы плесень пошла многотысячевековая, назовем. Вот это по низу. То есть прибой воды выше, ниже. Вот это вот место промытия скалы, там это тоже видно. И вот эти все моменты, все сделаны. Но большой пласт в нескольких местах оставлен нетронутый. И она очень хорошо выглядит. Я бы советовал вам ее посмотреть. Ну, когда мы закончим уже. Поэтому сегодня у нас с вами работа. И нечто подобное я бы вам предложил. У меня платформа, на которой мы сейчас, попросили, чтобы я дал несколько на продажу мастер-классов. И один из них там эксклюзив, то есть он новый совершенно, никто его не видел. Там прибой моря. И вот прибой моря очень сильно обыгран тоже на нетронутой бумаге. Там очень много таких пластов, потом внутри этой волны вот эти куски обыграны тоже. Я, в принципе, могу даже ее, она у меня тут рядом, я могу ее показать и на ней рассказать, что к чему. Вот это мне хотелось, чтобы подготовить нас к сегодняшней работе. Вот это полностью нетронутая бумага, вот чтобы было видно. Любочка, тебе видно? Да, видно. Впечатления о ней нормальные? Небо нормально воспринимается?
По-моему, да, хорошо. Вот это чистая бумага, та пастельная бумага, которая покупается в магазине. То есть вот сюда я не прикоснулся. Вот здесь куски остались этой бумаги, вот чтобы наш зритель видел, вот это куски, все осталось бумагой. И только я где-то чиркнул по ней, и все. Белым чиркнул, еще чем-то. И вот эти моменты, я все рассказываю, конечно, как нам оставлять. Вот здесь тоже она осталась, эта бумага. Таким образом, мы с вами имеем современную пастель со всеми вытекающими правилами, я так сказал. Сегодня я для вас хочу сделать такой, знаете, не очень, может быть, распространенный. Обычно волны так дневные, волны на играющем солнце изображают, волны изображают еще как-то. Ну, в общем, море связано с волной. А я хочу спокойный пейзаж. Пейзаж я хочу греческий. Почему греческий? Потому что там хорошо отдыхать. Даже в Италии не так отдыхать, как в Греции и в Хорватии. Там очень комфортно. И это не Крым, который никогда вас не ждал и ждать не будет, потому что это место, ну, скажем, не самого низкого комфорта. И сколько я не ездил, по-настоящему отдохнуть в Крыму не удавалось. Я люблю очень-очень комфортно отдыхать, чтобы... Вот я приехал, отдал деньги, я барин. За мной ухаживаете, за мной накладываете мне кушать и все такое. А там этого я лишен. В Италии тоже не супер. Там можно проснуться и тебе скажут, а вы знаете, кофе у нас сегодня аппарат сломался. Это хорошая гостиница. Все. Дадут тебе круассанчик. Хочешь его минеральной водой запивай, хочешь еще чем-то. Вот тоже такая ситуация. Я попадал на это. А Греция, Турция, Хорватия, Черногория – это места, где нас ждут, и не жалко там оставить деньги, которых надо ровно в половину меньше, и отдых будет на порядок выше. И вот я сегодня хочу вас виртуально пригласить в Грецию. В Грецию сельскую. Не с большими домами. Там, в общем-то, они и так невысокие. Ну, даже и таких не приглашу. А это некоторым образом похоже на Лермонтовскую, знаете, Тамань. Помните такой его рассказ? Такой маленький дворик. И вот я бы хотел такой домик на берегу вам поставить. И вот какие-то несколько, может быть, лодочек. А лодочки, они ведь очень интересно, на них вас приглашают. Они говорят, давайте мы сегодня, вернее, приходите завтра, сегодня оставьте нам, например, 10 евро, а завтра донесете остальные 80 или 90. И мы поедем на остров рядом, и на острове рядом мы будем жарить рыбу, отдыхать целый день, петь греческие песни, и потом вернемся назад. Это потрясающе. И вот этот момент вечера, когда вы только отдали 10 евро, но еще не поехали туда отдыхать, я бы хотел этот момент вас пригласить, а вы пошли уже довольные в предвкушении завтрашнего утра. Итак, если все готовы, хотя бы какой-то сигнал мне дайте, я начну. Пока я хочу камеру переставить со своей физиономии, перейти на бумагу. И вы увидите, какая у меня бумага. Она такого грязно-грязно-серо-голубого цвета.
Это самые лучшие цвета, которые вот вообще для акварели. Она любит, ой, для пастели. Она любит грязные цвета. Мне говорят, какой цвет купить, там еще что-то. Покупайте грязные цвета. А какие? Грязно-коричневый, грязно-зеленый, грязно-синий, грязно-фиолетовый. Любой грязно-глубокий, значит, вы им работаете прекрасно. Любочка, я переставляю камеру, и, может быть, нам в чате напишут сейчас, хорошо? Да, Андрей Павлович, в чате уже много очень плюсиков, зрители говорят, что они готовы. И вот есть несколько вопросов по поводу пастели. Просят указать фирму пастели, которую вы пользуетесь, и показать саму пастель. А также есть вопрос бумаги. Производитель бумаги, имеет ли он значение? И также, можно ли писать на белой пастельной бумаге? Нет. На белой пастельной бумаге писать нельзя. Очень, очень, очень плохо будет. Меня слышно, да? Да, слышно. Я переставляю, чтобы было удобно. Я не хочу, ну, как бы, неудобства лишние. Вот так. Я сейчас включаю уже. Включаю камеру. Так. Ну, вот у нас получается. Все равно пришлось передвигать. Очень важно, чтобы бумага была плотная. Вот если у вас такая возможность есть, то, пожалуйста, покупайте плотную бумагу. Если такой возможности нет, это плохо. Так, что-то я смотрю, что оно поблескивает. Вот еще вопрос от Любови. Бумага у нее только светло-охристого цвета или лучше взять белую акварельную? Белую акварельную ни в коем случае. Это уже, так сказать, как, ну, не в обиду сказать, это для бедных оставьте. Если совсем уже швах и у вас проблемы, то лучше возьмите ее, покрасьте акварелью, вашу бумагу. И это будет супер хорошо. И по акварели начнете делать. Это просто замечательно. Так, вот я приготовил, но мне не нравится, как оно, конечно, поблескивает вам. Ну, я думаю, что не очень мешает. Вот все, уже не видно вот этого блика. Я ушел. Ничего, что я вниз сместил. Там... Нет, Павлович, по-моему, видно хорошо, и блики были только вот на скотче, да, по краям, а на самой да, поверхности, на бумаге все в порядке. Да, просто удобно вот так будет восприниматься. Или нет? Ну, я вижу хорошо. Да, и вот пишут хорошо сейчас. Все, договорились. А теперь очень важный момент для наших друзей. Кто-то запрещает работать черным цветом. Для нашей бумаги сейчас черный цвет очень необходим, потому что все, что темное, оно имеет глубокий цвет. Глубокий цвет в пастели добиться невозможно. И тогда получается, что мы его лишены. Но есть вариант, когда мы берем вот такую темную, черный цвет, и вот этим черным цветом втираем
Его надо так втереть, а все, что лишнее, извините, сдуть или как хотите. Но ни одной полоски не должно сохраняться, которая, ну как бы пыль вот эта, она не должна сохраняться. Она должна быть вся втертая. И тогда у вас будет работа на ура сделана. Татьяна Васильева спрашивает, лучше покупать итальянскую бумагу? Вы знаете, мне одинаково, какая бумага. Я молю Бога, чтобы он мне дал силы в руки и в голову. С бумагой я справлюсь. Мне важно пастель, вот мелок важен. Бумага вы можете на любой, лишь бы она тонированная была. У вас все получится. Не заморачивайтесь. Хорошая бумага, если она плотная бумага. То есть вес бумаги имеет значение больше, чем кто ее сделал. Тем более у нас сейчас эти лейбы клеить может любая одесская улица. Поэтому вы можете сколько угодно мечтать, а попасться на лейбу без проблем. Я, кстати, недавно сел писать одну картину. Взял бумагу, а акварель не липнет до нее. Я тогда думаю, ладно, бог с ним, я сделаю пастель, уже буду спасать картину как могу. Нет, пастель не прилипает. Вот вам и бумага. Поэтому, а она была, кстати, чуть не французская, что ли. Так что не хочу ни о ком говорить. Мы живем с вами век вранья. Поэтому кто кого больше обманет, тот и прав. Ирина уточняет, сейчас у вас это уголь или пастель? Это была черная пастель. Вопрос от Людмилы. Лучше темно-синюю или светло-серую бумагу? А я же сказал, грязную. Грязный, вот, ну вы же видите, какой грязный цвет, он некрасивый на самом деле. Вот прелесть вся в таком цвете. Вот смотрите теперь, как мы с вами будем добиваться вот этого времени, когда вы отдали лодочнику задаток ехать утром отдыхать. Ольга спрашивает, надо ли крепить скотчем? О чем хотите? Если она у вас... Для меня же важно это очень. Вы что? Для меня супер важно, о чем я ее прикрепил. Потому что у меня камера стоит. Если у меня она повернется, вы ее тут же не увидите, что я делаю. Поэтому это почти ради вас все. А вот композицию я делаю, это уже вы должны сейчас понять, о чем речь идет. Кто меня не знает, конечно. Так все уже знают эту композицию. Я делю крестом. На крест ничего не должно попасть. Особенно что-то главное. Вот дерево, например, попало на крест, можно сворачивать работу, выкидывать в урну. Она уже никому не нужна. Все, что по центру попало, все. Считайте, вы нарисовали. Это композиция. С композицией шутить нельзя. А у нас от зрителей хотели бы готовую картину увидеть. Есть какой-то образец, с чего я вы вам пишете? Сказал, что я делаю по воспоминаниям. Если я вам подарю свои воспоминания, как вы их выковырите из моего мозга? Я даже сейчас не знаю, сколько лодочек. Вы мне скажите, сколько нарисовать, потому что
Они там по-разному стоят. 3, 2, 1, 5. Я сделаю столько, сколько вы заказали. Потому что это уже как бы одинаково. Бережок-то я чуть-чуть помню. Татьяна спрашивает, подойдет ли пастель подольского предприятия? Я уже сказал, она, видно, не слышала. Или поздно пришла. Пусть ей наши друзья переведут, что я сказал. Потому что я говорил о том, что подольский нельзя брать. Это не Питер. Это дрянь. И покупать ее нельзя. Пусть тот, кто ее делает, сам рисует. Тогда будут знать, как делать брак. Ни краски подольские, ни кисти подольские брать нельзя. Вот я им делаю такую рекламу. Все надо брать питерское. Питерское и только питерское. Там бывает, продадут вам в белилах, мне продали воздух вместо белил, но тем не менее качество белил оставалось качественным белилом. А пастель, вот я ей работаю, я вам сейчас покажу ее. Она у меня старенькая такая. Вот это ее обложка. Я тут еще сбоку. Вот. Как бы показать. Вот. Так что, вот это идеальная пастель. По крайней мере, ну, меня она устраивает прекрасно. Но у меня есть еще другая пастель. Вот, чтобы вы понимали, вот я вам открою сейчас. Вот видите, это наломанные кусочки из всех, из корейской. В первую очередь, конечно, питерская, опять же. Но наломанные кусочки корейской и наломанные кусочки кохинор. Почему? Они более мягкие. И вот какие-то очень яркие места ими делать лучше. Но все равно я люблю питерскую. Вот сейчас я начинаю уже саму работу, поэтому вопросы лучше задавайте по сути работы, а не по сути брендов. Потому что бренды – это все ерунда. Вот это я втираю пока, а потом мы начнем с вами шуровать. Шуровать, шуровать. Людмила спрашивает, какой цвет взяли для неба? А что, она дальтоник? Не видит, какой цвет? А я не знаю, какой цвет. Вот какой взял, такой взял. Надежда уточняет, розовый тоже растерли? Я пока сегодня, сейчас растираю. Дело в том, что у меня вот вместе с черным цветом идет подложка. Вот я их как бы, ну вот, вот эту бумагу обыгрываю вот этими вещами. Потому что у нас с вами вечер, а вечер бывает всегда очень мягкий. И нам надо вот эту вот мягкость вечернюю очень хорошо сделать. Если мы ее не сделаем, она будет у нас очень-очень такая, ну, неправдоподобная. Хотя эта работа и современная, но мы не имеем права сделать вранье.
Вранье будет очень плохо смотреться. Вот видите, какое небо? Едва, едва, едва я прикасаюсь. Едва прикасаюсь. Теперь дальний план. Дальний план. Я бью. Бью как попало. Но как попало, это кажется. Потому что за этими как попало стоит определенный опыт. То есть он должен где-то мерцать, и все. Вот он где-то мерцает, а где он мерцает, трудно сказать. Дальше. Все, что ближе к нам, растворилось в такой дымке вечернего света. Это очень важно, потому что есть такое понятие атмосферный свет, и я его ввел. По-моему, Любочка была у меня ведущие, правда, да? Или нет? По-моему, да, что-то такое было. Да, мы что-то такое делали. Вот у меня, например, будет сейчас черепичная крыша. А что мне остается делать, когда у меня вечер? А у меня никогда в жизни не получится цвет черепичной крыши. И я буду его сейчас гасить, насколько моих сил хватит. Ну, сначала я сделаю домик. Ну, домик все в порядке. И то проблема. Домик белый, а я взял, смотрите, какой цвет. Только не спрашивайте название цвета. Я его и сам не знаю. Как я могу знать название цвета? Они же все уже не подписаны. А скажу, как в масле называется, то есть определение цвета, как в масле. Ну, то вы на меня обидитесь. Поэтому только вот вы верьте тому, что видите. И больше уже делать там нечего. Людмила спрашивает, для неба лучше темно-синий или фиолетовый? А вот я немножко фиолетового подмешал. То есть основа была у меня, я удары сделал, синие удары, и все. А потом подмешал этого фиолетового, чтобы его, ну как бы это сказать, давайте смиримся со словом, растворить это небо. Вот как сейчас я фиолетовыми делаю окна. Вот это я должен вам сказать, потому что, ну, никак вы не додумаетесь, чем я делаю, тут уже не видно. А вот как мне сделать крышу черепичной, я не могу у себя найти такого цвета, который бы отвечал мне на эти вещи. Но я вот попробую вот так вот сделать, а потом примешаю голубой, чтобы оно отражалось. Андрей, Людмила пишет, что вы ей нравитесь, и ваш способ общения очень похож на одесский, и она как будто побывала дома. Ну, так и слава Богу. Я, правда, Одессу, честно, не люблю. Я там, знаете, говорят, надо жениться на одесситке, либо родиться в Одессе, чтобы быть одесситом. А я не, у меня жены одесситки нет, ни я не родился в Одессе, и мне очень... Я в Одессу приезжаю, мне вот это их жаргон очень, очень сложный. Хотя я, бывает, отпущу иногда что-нибудь. Мне как-то наши зрители, не знаю, может, и вы тогда были, спросили, а покажите нам палитру. А я палитру никогда не показываю на масле, потому что это невозможно. Я же работаю в это время. Как я могу палитру показать? У меня камера установлена на картину. И у меня вылетело с языка. Вам может еще спальню показать? Ха-ха. Ну, может, и обиделись, что такое дело. Вообще я никого не хочу обижать.
Вот. Давайте какой-нибудь еще фиговенький сарайчик сделаем. Там, кстати, у них есть эти вещи. Курочки бегают, а на Кипре-то вообще. Вот что отличает вечер. Вот видите, вот сейчас я ударяю по крыше, черепичная крыша, а что я сделал? Я ударил голубым цветом. Вот это принципиальная вещь, очень важная. А на камне сейчас сделал этот же цвет голубоватый, но я вижу, что он очень сильно рвет, я его заменю сейчас другим цветом. Поэтому мы с вами одновременно учимся, и я с вами учусь. Так, это медленно, но верно будем идти вперед. А вот теперь надо... Вот очень важный момент. Я вам показываю изумрудный зеленый цвет. Никогда, если хотите иметь хорошие работы, не берите его в руки и никогда им не работайте. А теперь вы скажете, а ты зачем взял его в руки? Я взял за тем, что я рисую вечер. А вам говорю о дне. Вот днем ни в коем случае не берите этот цвет. Он практически мастер испортит работу. Либо надо быть очень хорошим колористом, чтобы брать этот цвет в руку. Очень хорошим колористом. И тогда у вас все, конечно, будет классно. Если что-то где-то не догоняете, лучше оставьте его в покое. Вот это серый цвет. И когда я его соединяю с зеленым, он восприниматься будет как глубокий зеленый. Это чистая практика. Никогда не слушайте никого, что можно набрать 10 рецептов и быть очень умным. Не будет этого. Вы должны извести свою тонну бумаги, прежде чем научиться что-то делать. Никогда не будет другого. Ни один преподаватель вас не научит тем вещам, которые должны вы сами пройти. Если бы я работал один, без зрителей, я бы эту работу уже закончил. По времени я это чувствую. Но мне нужно укладываться во время, потому что вы не поймете меня, если я ее сделаю за 15 минут. А вот на мастер-классе вы можете посмотреть. На том мастер-классе, который... есть по морю, там, конечно, я же делаю для себя ее больше, не для вас. Я ее рисую так, как она должна для меня быть. Или как это, мой мастер-класс, я ее делаю. И вы там увидите очень хорошо то время, которое действительно занимает пастель без... ну, как бы без зрителей, если. И ценность этой нашей работы будет именно в том, что мы ее
делаем, она должна быть очень-очень мягкой. Вот если не будет она мягкая, не будет такая, знаете, вот, ну, вечером, знаете, такой теплый и мерцающий, что ли. Вот это нам надо ее такой сделать. Это я ослабляю тон, а он еще лезет, а я его еще бью. Вот так я немножко с ним справился. Так, теперь. Теперь мы будем делать с вами камушки. Вот это очень-очень тусклый фиолетовый цвет. И не спрашивайте, какого он, как он называется. Я опять скажу, я не знаю. Он должен смотреться как красновато-коричневый вот в этом сочетании цветов. Хотя он фиолетовый. Это тоже чисто достигается уже путем, ну, проб и ошибок, по-другому я бы не сказал. Теперь я попробую вот этим светлым кое-где пройти по нему же, показать камни. А Греция – это очень много камней. Пытаюсь серым что-то сделать. Серым я ничего не могу сделать. Он попадает в тон. А нам то, что в тон попало, это слабо. А вот синим я все же, может, что-то сделаю. Вот это камушки у нас будут. На них заморачиваться я не буду. Так, чуть-чуть намек, 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 намек. И хватит. Работа эта очень сложная. Именно вот своим тоном, особым тоном, потому что когда вы играете на музыке, сбацать ноту, которую назовет любой название, ума большого не надо. А вот войти в тон и произведение сделать, это, конечно, уже пилотаж какой-то. А вот здесь мы будем с вами разрыв. Ну ладно, пока еще рано. Я вот это вот немножко затемню, потому что как-то ближе, чтобы оно казалось у нас. Когда мои ученики делают, я им говорю: не делайте пальцем, работайте бумагой. Сам делаю пальцем. Пальцем все же приятнее всего делать. Но потом руки портятся сильно. Вот это мы можем с вами.
Дарья спрашивает, там только камни или будет и тропинка? Нет, тропинок не будет. Они будут аккуратно проходить между камней, которые практически мы не видим, потому что вечером увидеть эти тропинки практически невозможно. И самообманом заниматься мы не будем, потому что это живопись. Живопись не предполагает вот этих деталей. Если бы у нас было, как это называется, приглашение там отдыхать, и вот это место бы вы сказали, сказали бы, а где там тропинка? Мы не видим тропинки, не поедем отдыхать. В данном случае нам никто не предлагает ни тропинку, ничего, потому что нам это и не нужно. Я сейчас делаю уже море, друзья мои. Я влазю в море и делаю вот эти пятна. Их акварелью было бы сделать очень легко и просто. Пастель немножко посложнее. Ну, в общем, нам ничего не страшно. Теперь остров. Чуть дальше. Мы его тоже попробуем. А может, его и не надо было рисовать. А может, надо, не знаю. Там был остров, конечно. И я тоже туда дам фиолетовый цвет. Для чего? Фиолетовый лучше всякого цвета дает ощущение пространства. Ни один цвет так не дает. Ни голубой, ни... ну, в общем, ни один цвет. А вот это, а этот цвет дает. Потому что ощущение воздуха, воздушной перспективы, удаленности, вот это все можно добиться через фиолетовый цвет. И теперь можно тут уже дальше делать сами лодочки, наверное. Сколько вы хотите их? Давайте поговорим серьезно. Потому что я в данном случае мне одинаково, сколько я сделал. Любочка, сколько лодочек? Сейчас подождем, что напишут нам зрители. Они стесняются. Ну, может быть, просто задержка в чате. А я вас спрашиваю, сколько вы хотите? Мы сделаем. Ну, я бы поставила 3 или 4. А вот Беата пишет 6, Татьяна пишет 5. Да, хорошо. А Светлана пишет 2. Да, ну давайте. Какой цифры не было у нас с вами? Три, вот еще пишут. А, или какой не было от зрителей? Да, какой цифры не было. Ну, они все перебрали. Не было цифры 4. Значит, 4 сделали. Справедливо же? Думаю, да. Ну, конечно, я всегда справедливый. Так вот. У них очень интересная лодочка. Вот сейчас увидите, какие они. Очень миленькие такие. Вот мне турецкие не нравятся. Они хотят угодить туристам, а турист это так, дурак. И делают идиотские совершенно лодки, похожие на пиратские, все. На них не сфотографироваться нормально нельзя. Это только пьяный может на них фотографироваться, потому что ему совершенно по барабану. А нормальный человек, чего я должен на пиратской лодке кататься? Ну, сами подумайте. Мне неприятно, например. Людмила спрашивает, можно поставить парусник? Нет, он не может, он обязательно опустится. Я могу поставить все парусники, вот они будут все, потому что они на самом деле, эти лодки все под парусами идут на эти острова.
но мы парусник не можем открыть. Парусник распускается только, ну, когда выходит уже. Иначе, ну, когда шторм или еще что-то, его сразу вырвет с берега, и все, и все, и 100 тысяч накрылось хозяина. А может, и больше лодка стоит, не знаю. Поэтому по вашей просьбе обязательно будут все парусники, но ни одного паруса. Мы не можем это допустить. Ни в коем случае не возьмите белый цвет для лодки. Не дай бог. Это довольно темный, голубовато-серый цвет. Но опять, вот это все, что я говорю, это подольские. Возьмете, питерские, возьмете подольскую, подольская будет не хватать тона. Вот вам и весь разговор. Я не знаю, если учитывать все, для меня это проблема. Я не смогу все учесть. Я только говорю по питерской. Для меня это уже будет проблема, если я, ну, все должен учитывать. А вот подольская, там уже свои градации цвета. Вот так у нас будут лодочки. Так, как же тут подступиться? Очень мелко. Так. Вот это я поменял на легкий фиолетовый цвет. Это цвет такой, что можно блики на стакане ставить. Когда вы рисуете натюрморт, то вы можете на стакане поставить блики. И поэтому это очень светлый. Но я им работать буду едва-едва касаясь. Вот если я нажму сильно, то вы увидите, как я испорчу работу. Не желайте мне испортить работу, я ее и сам могу испортить. Так. Это черный цвет, потому что она близко, я его задаю, этот черный цвет. А теперь беру какой-то очень тяжелый красный. Могу вначале взять даже коричневый, а потом на него наложить красный. Скорее всего, так и сделаю. Потому что свет сюда не падает. Свет у нас, где мы небо высветлили, оттуда немножко прорывается свет. Вот, поэтому я это делать буду вот таким образом. А на него чуть-чуть я... Кармин. Это кармин. Чтобы вы не путались, я вам это говорю. Вот она читается, как поблескивает, как лодка. Татьяна спрашивает, нечто вертикальное – это деревья высокие или скала? Да, деревья. Такой скалы там нет. Это деревья, и они так и практически уже и закончены, потому что нам их не надо сильно делать.
Надежда уточняет, помимо мелков карандаши пастельные не используются? Используется. Я не пользуюсь, потому что оно мне не надо. Это я, при том, что у меня, может быть, пальцы не самые тонкие, но я еще могу работать, даже миниатюру сделать. Так, вот теперь можно немножко дать зелени, которая нам это все и смягчит. Я мало говорю, когда делаю, вот именно вот сейчас. Иногда говорю много, но потому что, в общем, тут довольно большое напряжение, особенно в цвете. В цвете нужно сделать правильную работу, и она, в общем-то, напрягает определенным образом. Наталья говорит, что у нее не рисует светлая пастель и спрашивает, почему? Ленинградская. А я не знаю, ну что-то, что может, ну я не знаю, подделок там не бывает. Не рисует, это что значит не рисует? Ну сама она рисовать не будет, она должна подчиняться. Вот я не могу понять, что она не рисует. Вопрос как бы не до конца понятный. Не рисует. Бумага, может, не пускает. Я же пример привел свой, когда бумага не пускала мне сделать работу. И я так и не сделал на той бумаге, выбросил и все. Это не пастель не рисует, а бумага. Бумага не рисует, может быть. Людмила уточняет, есть ли секрет рисования лодочек. Знать перспективу, все. Только знать перспективу, ничего больше. Ничего больше не надо. По сути дела, если вы спичный коробок нарисуете, то вы и лодочку нарисуете. Не нарисуйте спичечный коробок, но кто вам виноват? Нина спрашивает, каким лаком покроете, чтобы сохранить эту работу? Стекло положу, если захочу. А скорее всего выкину. Что-нибудь может. Может, кому-нибудь отдам. Соседка выйдет с собакой гулять, я ей отдам. Так, вот это у нас с вами
мы сделали самое сложное место. Если вы со мной делали и делали примерно так, как я делал, это самое сложное. То есть вот эту переднюю часть, которую мы должны высветлить определенным образом, которая у нас и а теперь мы делаем самое сложное. Это Луна. Луна всегда имеет, она как бы лежит в объятиях желтизны определенной. И вот эту желтизну, вот эти объятия, мы сейчас попробуем сделать. Такое вот. Ой, черное. Черный нельзя к Луне допускать. Сейчас. Мало еще желтизны добавить. Еще. А теперь берем тоже желтый цвет, но на порядок белее. Практически, если сказать правду, то этот цвет белый. Вот это у нас будет с вами Луна, которая бросит свой удивительный свет на все, что она увидит. На том она и отразится. Ну, придется на лодочку свет Луны дать. Куда же мы денемся? Не забудьте мне скажите, чтобы я нарисовал обязательно, иначе же я не исполнил вашей просьбы. Парусники, вы же сказали парусники, а мы поговорили, что они никогда не будут парусниками. На этом все. Мы должны сделать с вами парусники. Парусники у нас будут. Вот. Не делайте четких линий. Вот эти линии убивают картину. А вот такие вот легкие, бархатные линии, они делают картину естественной. Это принципиально. Вот это не лунная дорожка. Лунную дорожку сделать может пятилетний ребенок. А это такое, как бы, цвет Луны легко падает и растворяется в воде.
Вот это серая пастель, которая я тоже подведу немножко синим цветом, чтобы оно было все правильно. После этого мы пройдем по дальнему вот этому островку, осветим его. Вот это около Луны или как под Луной немножко есть такое освещение на море. И опять, это не лунная дорожка, это скорее свет, просто свет. Вот мы с вами этот бархат и сделали. Теперь опять изумрудную беру, зелень, и вот тут вот кое-где ей пройдусь. В этом месте она будет очень уместна. И теперь можно желтеньким цветом вот здесь вот по деревьям. И, пожалуй, мы сделали с вами работу. Вот такая легкая, нежная, которая нам чуть-чуть напоминает о Греции. Сейчас я попробую. Вы спрашивали, как хранить пастель. Это очень важно.
Пастель хранить можно только под стеклом. Ни один лак-закрепитель не оставит вам качественного вида вашего шедевра. Обязательно убьет. Так, вот я бы попросил Любочку сделать скрин. Как он? Вот так вот, да? Сделала, готова. Все. И я перетаскиваю камеру. На себя. Вот так, друзья мои, мы сделали работу, которая мне лично напоминает о Греции. Кому-то, может, она напомнит какие-то очень дорогие курорты Италии, потому что на недорогих курортах таких вещей вы не увидите. Вот. Я не был в Италии на похожем острове. Вот. Что еще можно сказать? Кому-то, может, напомнит еще что-то, может, какое-то озеро напомнит она. О, а я же не сделал. Вы мне не напомнили, а я не сделал. Ну, сейчас я сделаю уже без вас. Ага. Ну, ладно. Сейчас сделаю. И покажу вам. Людмила спрашивает, нужно ли паспорту для хранения под стеклом? Обязательно. Оно красиво смотрится. Очень красиво. Очень красиво смотрится. Вот я сейчас сделаю эти просьбы ваши. Вопрос от Татьяны. Лак для закрепления пастели очень вытемняет все цвета. Что с этим делать? И можно... Я вам сказал. Вы меня не слушаете. Вроде. Вот я сделал эти палочки. Видите? Видно, нет? Да, видно. Но придется новый скрин делать. Я сделала. Хорошо. Значит, что, друзья... мои, вы ничем не закрепите, и эту, как бы сказать, мысль надо оставить в покое. В молодости мы закрепляли сахаром. И, скажем так, хотя это очень смешно, но цвета оставались. А вот эти новоявленные лаки, в которых еще до полной радости входит... наверное, ацетоны какие-то там, еще что-то, они убивают пастель. Мало того, под напором, когда его пшикаешь, вся пыль поднимается, то есть верхний слой пастели поднимается, так она еще вот этим вот обрызгивая, добивает его. То есть хотите, чтобы у вас сохранилась бумага с воспоминанием о пастели, тогда можно. А если вы хотите, чтобы работа сохранилась, тогда, конечно, ни в коем случае. Мне больше нравится в мастерской. У меня два гвоздика. Я на них цепляю, протыкаю так верхушечку и одел, и одел, и одел. И у меня такая вот получается толщиной. Если мне что-то надо, я собрал как календарь отрывной и нашел то, что мне надо. Я могу вставить в рамку и, пожалуйста, выставляться там, и что-то хотите показать кому-то. Это самый верный способ. Хуже способ, он у меня дома. Я складываю их одну на одну, ну, они так чуть-чуть трутся, ну, можно сказать, что терпимо. А что делать? Все их оформить невозможно.
Есть один хороший способ расправиться с пастелью. Это подарить кому-то. Хорошие руки. Отдаю пастель в хорошие руки. То есть не те, кто вашу пастель возьмет, посмотрит и все на этом. А тот, кто раскошелится, ставит в рамку и повесит себе дома. Это будет самый такой хороший и надежный способ остаться в вечности на стене у кого-то. Передадут по наследству вашу работу, и она будет украшать много-много поколений, дома многих поколений. Вот плюс еще, ну, наверное, приятно будет вам. Вот что касается сохранности. Я хочу чат еще видеть или слышать. Любочка, пожалуйста. Дарья пишет, что она нарисовала, и у нее получилось по-своему. Мария Попова. Вы всегда говорите, что на средний крест ничего не должно попадать. А в каких случаях все-таки стоит? Бывают ли такие исключительные ситуации? И спасибо за прекрасный урок. Не может быть такой ситуации, потому что есть один закон. Речь идет о том, что у вас не должна вещь, которая, например, лодка, попасть по центру. Либо начаться от креста, она не должна от креста. Вот лодка не может от креста начаться. Лодка не может по центру стоять, то есть посредине этот крест быть. Но лодка может быть сдвинута вот так. И чуть-чуть заходить на крест, а вся уходить в ту или в другую сторону. И все, тогда все в порядке. Все, прекрасная композиция. Вот о чем я говорю. Я думаю, что понятно объяснил. Точно так же любая вещь. Там, например, у вас стоит дерево. Не дай бог вам поставить его посредине. Вы рисуете какую-то картину в парке, у вас фонтан, и вы вляпали его посредине. Ну, выкиньте сразу эту работу, кому она нужна. Вот о чем речь идет. А если у вас прекрасный фонтан, и он залез на этот центр своей частью, например, на две трети или на одну треть, прекрасная работа. Вот о чем речь. Смещение, чтобы не было, как бы сказать, нарочитой симметрии. Вот о чем речь. Нарочитой симметрии. Она для живописи пагубна. Она убивает картину. Как только вы ее смещаете, все в порядке. Иначе представьте себе весы, и вы гирьки ложите. Вот если у вас вот гирьки лежат, и вот так картина выглядит, это плохая картина. Если картина перетягивает, то это хорошая картина. Вот и все. Но с другой стороны, эти же гирьки можно по-другому рассмотреть. Композиция по тональности, по цветовому решению должна быть одинаково выверена, то есть правая и левая сторона, чтобы она не заваливалась. Это уже отдельный разговор. Но пока мы говорим только вот о таком, о линейной перспективе, или о линейной композиции, и все. Если мы будем говорить о цвете, то цвет должен выравнивать эти вещи. И там уже на весах должно быть одинаково груза, чтобы картина была равномерная. А вот перевес деталей – это прекрасно. Вот не знаю, поняли нет. Елена спрашивает, а если это цветы в вазе, тоже сместить? Ну, идеально, да. Хотя Ренуар и все остальные делали посредине. Крамской делал посредине. Он был портретистом, но он делал неплохие очень такие композиции, натюрморты, и у него посредине. Но это плохо, понимаете? Просто как бы гений делает, как это сказать, ну... Все, что подписано гением, дорого стоит, даже его неудачи. А на самом деле, если разобраться, конечно, это все плохо. И если вы возьмете картины, например, нидерландскую живопись, там композиция же изумительная, там гений делали, хотя бывает безымянный автор, но гениально сделан. И
вообще хорошие натюрморты какие-то там какого-то, например, Кончаловского возьмите, это уже наш современник. Кстати говоря, дедушка этого Микиты Михалкова, да? Микита. Вот. И то же самое, можно сказать, ну, этих, может, художников вы не знаете, там венгерские художники очень интересные. Ну, то есть речь идет о том, что все великие мастера натюрморта, они всегда смещали предметы. Я понимаю, что можно поставить по центру вазу, но тогда у вас произойдет другое. Вы на вазу мало как бы внимания зрителей даете, а вот сам куст, вот он перевесил. А в одной стороне он кругловат, в другой продолговат. Все. Проблем никаких нет. А то, что там вот этот вот горшочек, его почти не видно. Он вроде посередине, да, посередине. Ну, да и что, что посередине? А вот эта форма, она изменила все, перестроила всю картину. Все, говорить уже не о чем. Проблем нет. Вот это вот важно. Иначе говоря, человек грамотный, он делает, на наш взгляд, может быть, где-то какую-то ошибку, но часто за счет цвета он может выровнять эти вещи. Я иногда сталкиваюсь с моими студийцами, делают, у меня хорошая студия, хорошо работают люди, причем подолгу очень, у меня по 6, по 8 лет ходят в студию. У меня нет такого, что они научились и бросили ходить, они вечно учатся и вечно общаются между собой, у нас выставки, все это коллектив определенный. И я бы сказал, что они спрашивают, что можно сделать вот здесь, вот в этой работе. Вот я вижу, что композиция сломалась, вот мы испортили, там я испортила или испортил работу. Я говорю, цветом выровняйте, цветом. У вас тут светлого не хватает, который будет наперевес с той стороны темный же, а у вас наперевес будет светлый. Ну, все решите. Или у вас не хватает какого-то нейтрального цвета, который вообще раздвинет все и выровняет все. Либо у вас блика не хватает где-то. Либо у вас в центре ваза, а взяли на нее блик, поставили. Она блестит, привлекает внимание. Смотрится прекрасно, потому что блик всегда красивый. Это же солнечный зайчик. А она притягивает внимание к середину, к центру. Все, уже вы проиграли. У вас уже ничего не получится. А вот если вы выхватите одну из частей этой сирени, например, все, картина получилась. А та сторона будет затемнена. Но по законам жанра свет так играет, что вот с затененной сирени он обязательно будет, она будет темная, а за ней фон будет светлее, чем здесь. И вот за счет вот этих вибраций очень будет все красиво. Поэтому, друзья мои, эти вещи вы должны иногда делать опытным путем. Иногда, может быть, где-то хорошую умную книжку прочитать. Хотя хочу предостеречь, по композиции книжек умных практически нет. Вот эти американцы, там еще кто-то пытается написать книжку. Ну, знаете, как американцы пишут книжку? Он решил, что он грамотный человек. Он решил. Он взял собственные деньги, напечатал эту книгу. А потом ему какой-то идиот сказал, что на Руси отсталый народ, его надо поднимать в религии, в культуре, еще в чем-то. Ах, какие они бедные, отсталые, отсталые. Давайте переведем мою книгу на русский язык, и мы будем миссионерами живописи. И забыл тот бедный американец, что ученик Репина, Фешин, 100 лет назад приехал в Америку, или там 80 лет назад приехал в Америку, и благодаря ему в Американской академии стали писать прекрасные реалистические работы. А этот американец даже об этом не слышал. Он прекрасный, он добрый человек, он хочет всем
всем помочь, всем дикарям, все, но он забыл, что у нас культура лет на 300 раньше была, чем у этого. Вот так, друзья мои. Еще вопрос от Людмилы. Луна не должна быть круглая, нужно, чтобы была размытая. А лучше ее сделать неопределенного размера, немножко неопределенной формы. Можно сделать даже круглую. Но вот в нашем случае у нас с вами, если вы заметили на нашей картине, у нас кроме лодок ничего не имеет точной формы. И это определяющая вещь, когда вы рисуете вот такой мягкий вечер, туманный немножко, вот такой, ну, как бы вот теплый, там, как говорят, пар поднимается. Вот все очень условно. Лодки мы условно не можем сделать. У них есть определенный угол, у них скос, там все уже играть нельзя. А все остальное, а, конечно, Луна в центре событий. И Луна должна тоже быть чуть-чуть размытая. Вот. Но мы ее не размыли, она такая достаточно форменная. Но она намек на круг, но не круг. Жду еще. Так, еще вопрос от Татьяны. На переднем плане камни? Нет, на переднем плане вода. Вода темная, очень темная. Но если сбоку, то камни. Тоже передний план. Море за камнями ближе к нам очень-очень темное. Это очень важно, потому что там тень упала от деревьев. Они далеко-далеко как бы до нашего носа достают. Ну, если тень учесть, то они до нашего носа. Вопросов пока больше нет. Зрители пишут много благодарностей. Большое спасибо за урок. Надежда очень благодарна за урок пастелью и за советы ваши. Вас благодарят, задельные это дорогого стоит. Хорошо, спасибо. Замечательно тонкий пейзаж. Спасибо мастеру. Спасибо, хорошая работа. Спасибо за встречу и за прекрасный вебинар. Ну и множество еще благодарностей. Вот Людмила даже пишет, аплодирую стоя. Хорошо, садитесь, пожалуйста. В общем, друзья мои, на самом деле я вам еще раз скажу. Вот то, что мы с вами сделали, это очень сложный пейзаж. Чем он сложный? Повторяю. Он сложный своей бесформенностью. Вот своей, как бы сказать, легкостью, вот этим туманом, где вечерним обманом, нечаянным туманом. Вот так. Запиши. Смысл в том, что когда мы видим такой пейзаж, мы всегда по-дилетантски хотим увидеть ровные какие-то линии, а их просто нет. И тогда мы можем их придумывать, а это безобразие. И вот в этом пейзаже я вам попытался самое важное для начинающих художников показать. Не придумывайте того, чего не видите. Размывайте эти линии, не делайте их конкретными. И тогда вот это ощущение, вот состояние, а у меня это называется атмосферным светом, будет абсолютно идеально. Все. Ну что, Любочку я очень люблю, мы давно знакомы. И ей большая благодарность за ведение нашего вебинара. А наших друзей я еще раз приветствую, говорю всего вам доброго. Будьте счастливы, здоровы. В общем, пусть Божий свет вас благословляет очень-очень обильно, а вы походите на своего Творца, потому что Он Творец. И если мы будем отражать, как Луна Солнце,
то будет замечательно. Это, иначе говоря, мы будем рисовать и восхищаться тем, что видим. Будем узнавать вечер, утро, день, ночь, какие-то нюансы, будем вглядываться в природу, вглядываться в облака, как расходятся тучи, и там где-то далеко появляется второй слой неба, а из-за него еще третий слой там света какого-то. Вот если мы научимся это делать, мы очень будем хорошо понимать, приходя в музей великих мастеров, и чуть-чуть подниматься по этой творческой лестнице сами. Еще раз спасибо. С вами, как всегда, был Андрей Кулагин. И очень рад вам помочь по силам. То, что я не могу, иногда не могу сказать, не могу открыть это, потому что это не открывается, это не говорится. То, что я открываю, я все открываю вам. Но есть вещи, которые только достигаются опытным путем. И еще один момент. Когда-то на вебинаре мне сказали, а как получить вот этот цвет? Это очень важно, что я хочу сказать. Я сказал, не скажу. И кто-то, наверное, задумался. Я ему пояснил, я не вор, чтобы вам говорить, как этот цвет получают. Человек, наверное, тоже задумался. А секрет прост. Если я мастер, я хороший мастер, говорю вам, как получить этот цвет, я отрубаю все пути вам найти его в других, ну, как бы сказать, другие пути по получению этого цвета. У вас останется шаблон в голове. И я говорю, я не скажу вам, вы будете за ним наблюдать, за этим цветом, и опытным путем вы все равно до него доберетесь. Но я к своим годам знаю 5-6 способов получения этого цвета. А может, вы будете к моим годам знать 10 способов. И я своим одним ляпом языка отрежу вам эти все пути, чтобы вы знали, как этот цвет получать другим способом. А другой способ очень важен, потому что там есть еще мельчайшие оттенки, которые могут работать при других чуть-чуть ситуациях. И поэтому очень важно, чтобы педагог, который с вами работает, был чуть-чуть с мозгами и предугадывал эти события, что можно сказать, ну, ученику или слушателю, а что надо придержать. Иногда важнее, чтобы человек сам открыл для себя это. Своим лбом открыл дверь. Потому что вот это вот, как бы сказать, готовый пельмень, вы другого рецепта знать не будете. И вы будете все время жевать вот этот готовый пельмень от Андрея Кулагина. А самого главного рембрандтовского пельменя вы так и не узнаете. Это очень опасно. Поэтому, когда, может быть, что-то я очень жестко говорю, смягчайте меня. Это мой просто опыт говорит. Я хочу, чтобы все, кто приходили ко мне, не замыкались на том, что не восхищались, как бы сказать, изрядно тем, что я перед вами выступаю. Я – это одно лишь маленькое Божье ваше благословение. А таких благословений может быть очень-очень много. А самое большое благословение – это ваш личный опыт, который достигается очень многими ошибками. Никогда не отталкивайте, используйте эти ошибки, и они вас очень сильно вознаградят. Еще раз всего доброго. Я был с вами. До свидания. Андрей Павлович, поздравляю вопрос от Татьяны. Любите ли вы рисовать пастелью? Я? Да, вы. Я люблю, конечно, рисовать пастелью. У меня целые серии. Можете зайти в «Русское поле» посмотреть, например. «Русское поле» Андрей Кулагин в Ютубе. Послушайте музыку Фрэнкеля, которого я очень люблю. «Русское поле»
и 25 моих работ, которые сделаны были для русского посольства на Украине. Посмотрите. Люблю, конечно. Я всем люблю рисовать. Я люблю пером рисовать. Я люблю рисовать маслом, пастелью. Ну, художник, он, либо он всеядный, либо он никакой художник. Либо всем умеет, либо ничем. Просто где-то больше отдаешь. Я, кстати, предпочтение отдаю пастели за ее быстроту. Иногда мало времени, а это, как сказать, можно очень хорошую работу отбацать так, что просто портрет, например. Вот мы вчера делали это тут. Сейчас посмотрим. Вот вчера мы делали. У меня идет занятие «Атмосферный свет в портрете». Это серьезное очень не для тупых работ. И вот мы сделали атмосферный свет в портрете. Вот это ребеночек. Ну, то есть, а это атмосферный свет в натюрморте. Видите? Я вам сейчас покажу. Вот это атмосферный свет в натюрморте. И опять пастель. К чему я вам показываю? Просто так. То есть пастель я на самом деле пропагандирую очень сильно. Это серьезный материал. Вот вам Пьер Ришар в роли Робинзона Крузо. Я люблю акварель. Вот это тоже атмосферный свет в акварели. Это интересный был урок очень. Поэтому мы не должны прилипать до какой-то техники, но все техники интересны. Самая сложная была и будет это акварель. Я провожу акварельные занятия, но советую вам всегда начинать с пастели. Пастель – это предвестник к маслу. А Бог даст делать вам акварелью или не даст, я не знаю. Это уже особое помазание нужно. Все? Да, думаю, теперь вопросы закончились. Переводим на вас стрелки. Что ж, Андрей Павлович, огромная вам благодарность. Действительно, я вот также присоединяюсь к нашим зрителям, да, и многие пишут очень много слов благодарности. Спасибо за мастер-класс. Например, Светлана говорит, что у нее и подольской пастелью получилось замечательно. Наталья благодарит и, как всегда, испытывает восхищение от встреч с вами, Андрей Павлович. В общем, да, действительно, вы вдохновили многих зрителей. Кто-то сегодня работал с вами впервые пастелью. Елена пишет, что завтра же купит пастель и попробует. Я, дорогие друзья, полностью вас поддерживаю, потому что у Андрея Павловича действительно есть чему поучиться. И давайте мы сейчас с вами вместе перейдем на страницу с его предложением. Нажимайте, пожалуйста, на баннер, который вы видите над чатом, и окажетесь вот на такой странице. Итак, первый мастер-класс, который нам предлагает сегодня Андрей Павлович, «Секреты изображения тумана». Он состоит из двух частей, каждая из которых длится 17 и 18 минут. Сложностью всегда считалась передача воздушной перспективы в акварели, масле и пастели. И мы предлагаем вам очень простой способ через туман понять те принципы и приемы, которыми пользуется художник в передаче воздушной перспективы плановым путем. В этом мастер-классе вы увидите те приемы, которыми пользуется мастер в данной работе. Следующий мастер-класс под названием «Портрет интеллигента». Он состоит уже из трех частей, и первые две будут длиться по 30 минут, а завершающие 6 минут.
Психологический портрет в акварели – это всегда очень сложно, и для вас будут открыты многие секреты данного портрета, благодаря которым вы сможете приблизиться к решению задачи написания портрета. Художник подробно показывает, как он работает с этой сложной техникой и решает задачи психологического портрета. Еще один мастер-класс в технике пастель «Логика в изображении моря. Подчинение колориту». И вот именно эту работу нам сегодня, в начале сегодняшнего вечера, демонстрировал Андрей Павлович на экране. Да, вы сможете перемотать после завершения нашего мастер-класса, сможете перемотать запись на начало и увидеть готовую работу. Итак, данный мастер-класс также будет состоять из двух частей. Первая будет длиться 7 минут, а вторая – полчаса. В основном все, кто обращаются к теме моря в живописи, да и в графике, тоже имеют одну и ту же ошибку. Это логическое движение волн, как они приближаются к берегу и возвращаются в море. И именно этой проблеме будет посвящен данный мастер-класс. И, конечно, так как это пастель, а значит живопись, тема колорита обязательно выходит на первый план. Таким образом, вы узнаете о логике движения волны и взаимосвязи отражение, иначе говоря, об игре света и цвета в живописи. А также мастер раскроет много других тонкостей и секретов в написании данной работы пастелью. Ну, я думаю, что сегодня вы уже заметили, что Андрей Павлович очень подробно все объясняет и делится действительно многими секретами. Не только отвечает на ваши вопросы, но и просто по ходу повествования, по ходу создания своих шедевров, да, делится с нами многими-многими тонкостями, нюансами и очень важными деталями. Также, дорогие друзья, при заказе любого мастер-класса, упомянутого выше, вы получите в подарок двухчасовую запись открытого урока Андрея Павловича «Уроки импрессионистов в атмосфере света». Это было вводное занятие одной из наших школ, посвященной как раз-таки атмосферному свету. И, насколько я помню, это было как раз-таки вот мое, лично мое, да, знакомство с Андреем Павловичем, с его работами. И я тогда осталась просто в восторге от этой работы, потому что вот даже здесь вы можете обратить внимание, как передано солнце, да, что оно, эта картина написана пастелью, но солнце здесь просто светится как настоящее. Этому вы также сможете научиться, просмотрев данный мастер-класс. Также вы узнаете о задачах, которые ставит для себя художник, выходя на пленэр, о влиянии атмосферного света на тонально-цветовое решение в картине и о том, как Клод Моне, как наиболее яркий представитель в решении задач по атмосферному свету. Также в подарок вы получите мастер-класс «Портрет непрерывным штрихом». Он совсем коротенький, длится будет 5 минут, но также очень познавательный, информативный, из которого вы сможете научиться очень интересной технике. Ниже на этой странице вы также можете ознакомиться с отзывами учеников Андрея Павловича, и некоторых из них, вот имена я вижу знакомые, да, Людмила Покровская проходит у нас занятия у Андрея Павловича в школе атмосферного света. И, в общем-то, вы также можете приобщиться к творчеству и научиться многому у такого замечательного мастера, как Андрей Павлович. Еще ниже представлены его работы. Нажимая на каждую из них, вы можете увидеть их в более крупном размере. Ну и самое главное, как же все-таки оформить заказ? Нажимаете на кнопку «Заказать» в соответствии с вашим выбором. На следующей странице вам нужно будет ввести ваш электронный адрес, затем номер телефона и ваше имя, после чего вы сможете также добавить запись сегодняшнего выступления Андрея Павловича к вашему заказу. Если вы, например, хотите сохранить его для себя в личное пользование. Ну и уже после этого сможете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты. Если же у вас по каким-либо причинам что-то не получится, не переживайте, с вами обязательно свяжутся наши менеджеры. Так, сейчас посмотрю в чат, нет ли каких-либо вопросов.
И вот Алина спрашивает, купленные записи обязательно скачивать или можно будет пользоваться через интернет? Алина, можно будет пользоваться через интернет. Вы сможете просматривать их и онлайн, либо скачать к себе на компьютер. Ну, в общем, если у вас нет такой возможности скачивать, вы сможете их просматривать онлайн. Только вам потребуется доступ к интернету. Ольга пишет, когда смотришь за вашими руками, кажется, что все просто. Ольга, ну как раз-таки для этого мы и записываем такие подробные мастер-классы, для того, чтобы вы могли даже на расстоянии обучаться у известных и именитых мастеров и перенимать их опыт. Что ж, дорогие друзья, наша конференция и сегодняшний вечер подходят к своему логическому завершению. Мне хочется пожелать вам успехов в творчестве, вдохновения, побольше свободного времени, потому что, как сейчас, наверное, это у всех, у большинства, да, по крайней мере, такая проблема, работа, множество каких-то дел в нашем бешеном темпе жизни. И для творчества как раз-таки времени остается, наверное, не так много, как хотелось бы. Поэтому также напоминаю вам о том, что у вас есть возможность приобрести все записи нашей конференции для того, чтобы просматривать их в любое удобное для вас время. И да, вы сможете их смотреть и онлайн, и скачивать к себе на компьютер или на любой другой носитель. Взять с собой, например, планшет, и пока, может быть, где-то в каких-то городах еще нашей необъятной страны позволяет погода выйти на природу, на пленэр, и заниматься творчеством, искусством, да, творить, заниматься живописью. Собственно, баннер для заказа записи появится чуть позже. Ну и я с вами прощаюсь. Следите за нашей рассылкой, пожалуйста, приходите на наши новые мероприятия и будем ждать с нетерпением с вами очередной встречи. До новых встреч, друзья, и успехов в творчестве!